Уважаемые инвесторы, 1 августа 2024 года. Сегодня разберу по-быстрому следующие 15 криптовалют по капитализации. Вчера, значит, я публиковал от номер 1 до номер 15, да, это, значит, и на YouTube можно будет потом найти. Вот. Но в Телеграме я их публикую в первую очередь, а на Ютубе они публикуются с сильным опозданием. Вот. Поэтому, то есть, если что, можете на Телеграм подписаться. Так, с 1 по 15 Polkadot я прошел. Так, сейчас я, значит, пробегусь по активам Chainlink и так далее до Artificial какой-то супер. Вот, смотрите, то есть прогноз будет сейчас такой спонтанный, то есть я по некоторым даже не имею прогноза, ну, не делал еще прогнозы, вот, по каким-то уже делал, я их помню, вот, и все будет довольно спонтанно в режиме реального времени, поэтому где-то, возможно, я буду заикаться или еще что-то. Так, Chainlink, так, Link USDT. Так, он, я здесь вижу, уже произошел пробой, значит, с большой вероятностью вниз. Да, угу. Вниз. Так, вот сюда. Так, Chainlink, неважно, как он себя сейчас поведет. Chainlink я буду ждать вот сюда к отметке 8.90, там 9, 8.80. Короче, ну вот приблизительно где-то вот эта зона. Так, это у нас, ну, я не могу сейчас сказать, что это будет зона закупки, потому что, ну, это нельзя утверждать, когда начинается нисходящий тренд, он может продолжаться долгое время. Тут я уже буду принимать там какие-то решения, посмотрим. Так, линк, дальше, так, что у нас? Near Protocol. Near Protocol. Так, здесь довольно старый прогноз, как видите. Значит, вот от уровня 7143 я когда-то ожидал рост, потому что, ну, были сигналы, в принципе, на рост, и можно было здесь ожидать, да. Также я где-то в прогнозе с большой, ну, если я уже здесь отчертил, как видно, видите, значит, я где-то это уже публиковал, что я не исключаю коррекцию. И вот она, в принципе, видите, произошла здесь, да. Вот, пока, значит, я его так, я его не помню, когда я где покупал. Я его с маленьким убытком продал. Так, а здесь, значит, произошел вот пробой. Пробой. Сейчас. Так. Угу, я понял. Вот сюда он идет. Сейчас покажу. Так. Near Protocol. Давайте я вот это сначала удалю, вот, потому что все это будет мешаться. Так, то есть, ну, поэтому прогноз уже был в YouTube с большой вероятностью, да. Так, вот такое приблизительно, вот такое движение и приблизительно на 3 USDT он должен будет опуститься, вот. Какое будет по факту движение сейчас, я не буду в детали удаляться. Это нужно пробегаться по мелким фреймам. Вот. Движение может быть таким, что она отсюда там что-то сформирует. Дойдет, не дойдет, там до отметки может быть 5.5 и уже точно там опустится в зону 3.065. Я здесь сейчас чертить ничего не буду, просто чтобы было понятно, куда мы стремимся, где цели, куда она может еще прийти. Вот. Сейчас. Ну, я бы даже сказал, не 3.45,
сейчас. Давайте поправлю. Да что ж такое? 3,5 где-то. Вот так. Вот такой мой прогноз. Дальше надо будет смотреть. Дальше надо будет опять все. Так, дай. Дай. Да, USDT. Я открываю самую первую, не знаю, там ОКХ, ОКХ. Что это за херня такая? Кракен. Ах, да, это, по-моему, ж как этот, как USDT она прыгает, в принципе. А, ну ясно, ладно, здесь смысла нет ничего прогнозировать, она там... Так, Unus, первый раз слышу, Unus SED Leo. Хм. Посмотрим. Вот этот я первый раз актив слышу, вижу, Leo к USDT. Сейчас гляну, что здесь происходит. И в принципе... А, ну все. Ага, я понял. Да. Да-да. Так, да. Угу. Ну, вообще, вопрос такой немного спорный. Здесь он формирует сигнал на рост. Да, то есть сигнал на рост можно. То есть кто-то видит сигнал на рост, возможно, кто-то скажет, что это паттерн, который... так, как он называется, я уже забыл. Все наизусть знаю и не помню просто. Вот, значит, вот так он выглядит. Вот, кто-то скажет, что это вот. Но, на мой взгляд, здесь происходит, здесь произошел один пробой, здесь произошел второй пробой. Сейчас произойдет с большой вероятностью, да, вот здесь такое движение, что с большой вероятностью произойдет третий пробой. И уже отсюда цена будет двигаться какими-то, не знаю, там, способами к отметке 3605. Вот такой у меня прогноз по Leo. Так, это у нас, я, как видите, мне особо не нужно там сейчас вдаваться в какие-то там новостные детали, чем они там занимаются. Вот просто посмотрите, и это будет, вот это произойдет с большой вероятностью. Так, на 4-часовом у нас получается минус. Так, здесь пробой. Здесь получается тоже не может возвратиться. Ну да, приблизительно вот так мы и пойдем. Так, дальше. Лайткоин. Ну, лайткоин уже вы знаете, я его в принципе частенько... LTC и USDT. Я его знаю наизусть. Лайткоин у меня здесь вниз. Подождите, LTC и USDT. Ну да. Так, вот здесь у меня когда-то был. Вот здесь у меня когда-то был такой прогноз, что там вверх полезет, потом вниз. Но она, кажется, видите, как медленно там полез вверх. Вот. Короче, все вот это остается в силе. Так, вот так сделаем. Все вот это остается в силе. Просто вот это все дело двигаю вот приблизительно вот сюда. Так, и значит у нас получается, ну, такое движение. Он в любом случае, он сейчас... резко полезет вниз, потому что у него, ну, нет просто сил у него. Я ничего не вижу, не знаю, может быть, я могу ошибаться. Вот, знаете, когда я поверю в рост лайткоина, сейчас я покажу. А вот когда цена, видите, у меня вот здесь линии поддержки, линии сопротивления, вот они, да, то есть я сейчас толстым сделаю,
чтобы вам было более понятно. Вот, то есть на отметке, ну, 75, грубо скажем, да, вот, и вот когда, значит, цена полезет выше отметки 75, и вот когда она вот здесь совершит какую-то такую движуху, там, по которой я буду прям уверен, что вот мы пошли в рост, и вот, вот только тогда я поверю в рост, да, то есть сейчас конкретно я вот исхожу из того, что я вижу, я никаких сигналов на рост не вижу, то есть график он в принципе не врет, даже если он и обманывает, ну, он все равно возвратится туда, не переживайте, то есть это вопрос времени, вот, поэтому здесь вот такой вот у меня прогноз, рост ожидаю из 100%, ну, 5% ожидаю роста, то есть совсем, то есть тут, я думаю, только шорт, а Каспа, Каспа, не знаю, что это такое. Так, КАС, USDT, MEXC, что это за биржа такая, без понятия. Давайте на Bybit зайду. Ой, он что-то слишком высоко, чувак. О, у него тут прям мощный сигнал, мощный просто сигнал на коррекцию. Прям, прям вообще просто папарапап. Так. А, нет. Нифига. Нифига, он тут деньги забрал. Так, смотрите. Так, ну давайте с месяца начну. Вот здесь прям нужно подумать сейчас, я чтобы лишнего не ляпнуть. Так, здесь у нас получается, так, ничего не видно. Этот у нас дивергенция. Ага, я понял. Угу, я понял. Так. Ага, он выше, да, пойдет, да, 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 здесь он хочет вниз дневной фрейм, так, ага, так, ну, вообще, на мой взгляд, очень хороший этот, в принципе, он везде деньги забрал, где ему нужно было. Сейчас я еще раз вот глянем тут. Так. Здесь он забирал деньги. Ну да, можно сказать, он тут, в принципе, забрал. Так. Да. Да. А, да, можно сказать, он в принципе везде хорошо скорректировался. Так, теперь нужно понимать, где у него поддержка. Так, ну, смотрите, тогда вот так сделаю. Так, так, так. Вообще, на мой взгляд, движение будет следующим, смотрите, то есть он явно хочет вверх, то есть движение будет таким, что он опустится до отметки 0.192, не знаю, здесь, допустим, предположим, он совершит там какое-то подобное движение, и уже он пойдет вверх к отметке там 0.127, подождите. Вот, видите, как я четко указал, прям вот красиво. Так, он пойдет к отметке приблизительно 0.272, 0, ну, 0.27 сотых, грубо скажем так. Так, вот приблизительно здесь. Здесь уже будет зона разгрузки, все уже. Здесь уже зона разгрузки, и возможно отсюда уже будет формироваться какой-нибудь такой, не знаю, там глобальный паттерн, и там цена, возможно, там пойдет уже в какую-то коррекцию, там, скажем,
не знаю, так, может быть, так. Вот. Ну, надо будет потом вырешивать, читать. Сейчас не буду преувеличивать. Так, я могу сказать. Так, вот сюда она пойдет. Потом вот сюда. Да, она должна будет вот сюда скорректироваться. Вот. Задаетесь вопросом, как я так этот. Ну, я не буду объяснять, показывать, комментировать, потому что эти секретики я в закрытом доступе выкладываю. Вот сюда приблизительно. Вот, но это глобально так, если да, посмотреть, то есть пока вроде бы выглядит, что цена хочет вот прям реально вверх, в принципе вообще я не знаю, вот честно говоря, я проработал бы со стопом, потому что здесь я вижу, значит, сигнал на коррекцию, вот, но это не значит, что коррекция будет сейчас, то есть это может произойти, ну, буквально вот, скажем, там, через какое-то время, потому что у него действительно есть еще сигналы на рост, то есть он может там просто сейчас взять, да, набрать кучку людей, там, я не знаю, здесь пофлетить или собрать такую кучку красивую, потом, может быть, там, завалить, там, понимаете, то есть здесь вот такое, вот такая движуха может произойти, да, вот, то есть, если я вижу сигнал на коррекцию, ну, значит, она когда-то все равно будет, нужно просто потом будет внимательно. Так, матик, по матику уже был, были прогнозы. Да, видите, матик, ага, точно. Тут я прогнозировал, так, здесь походу дивергенция, значит, была. Здесь я прогнозировал, если он пойдет вверх, то он, в принципе, возможно, может там пойти вот таким путем, да, то есть глобально. Но, как видите у меня, то есть от любого сценария, то есть я его ждал вниз, вниз, вниз. Все, вот, и мы, в принципе, движемся туда, вниз, как в принципе, вот все сходится. Так что, ну, вот этот я могу уже удалить спокойно, потому что вот этого сценария уже не будет. Все, до свидания. То есть здесь видите, как видите, у меня вот здесь поддержка. Он ее пробил, залезть не смог. Все, до свидания. То есть я здесь даже спорить не буду. Следующая цель по матику у нас 0.269, 0.27. Все. И дальше, раз я указал там вниз, с большой вероятностью у нас... нет, здесь минусовая зона, нет, там не может быть. Нет, вот значит где-то вот здесь уже можно будет рассматривать. Но, опять-таки, мой опыт показывает, что это задлится надолго, потому что, знаете, про него я вообще забуду сейчас. Почему? Потому что... когда актив куда-то скорректировался, это не значит, что он сейчас там отпрыгнет, куда-то там полетит в космос, да, там многие немножко имеют такое неправильное понятие, вот, они думают, что если он там это, произойдет отскок прям резкий. Вот, матик, смотрите, если давайте разберем его, смотрите, сколько на нем раз заработали, вот, понимаете? Я вам, вот просто мой, даже не опыт, вот возьмем, просто отбросим мой опыт и придем к выводу, что коррекция, она будет длительная в течение, возможно, полгода, года, может быть, и в течение 2 лет. Я не... Вот, мне с трудом верится, что после такого, что несколько раз, тут просто вот три раза, на какой три раза? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 12 мощных таких было движений, да, там, где можно было, но, блин, я не могу поверить, что он прям вот отскочил, все, побежали вверх, торопимся сейчас, шнурки давайте погладим, только закупаемся и бежим, то есть, не слушайте, кто вам будет тут сказки сейчас лечить про матик, если он там что-то куда-то он полетит, никуда он не полетит, забудьте про него.
То есть, на мой взгляд, мне вообще без разницы, до лампочки, кто чем там занимается. Я рассматриваю график, вот это для меня важно. Математику вот эту вижу перед собой, все. Хотя я в математике троечник был, но графики я... Любой дурачок может графику научиться, здесь ничего сложного нет. Вот. Так что здесь будет движение довольно долгое и счастливое. Люди засядут на довольно долгие годы своими денежками. И только потом, когда-то будет там рост, когда он будет, я не знаю, когда рак на горе свистнет. Так, ПП. Что-то тоже такой помню актив. Волатильный сильно. ПП, USDT. ПП. Ух ты, ёпар, СТ. Да, с ПП я просрал. Реально просрал. Вот у меня сейчас эмоции просто. Эмоушен у меня сейчас. Так, вот здесь от ПП, когда он произошел пробой, вот тут произошел пробой, я от него ожидал, что он хотя бы чуть-чуть скорректируется, опустится. И дальше уже пойдет вверх. И я его хотел купить. А ни хрена, видите? Вот, ну уже поздно, все. Все, уже поздно. Так, ПП, опускаемся сначала вот сюда. Давайте одну просто сделаем. Так, вот так. Опускаемся к отметке 0,300 нулей, 962. Так, вот сюда приблизительно. Дальше не знаю. С большой вероятностью произойдет пробой. Произойдет вот такой рост. И произойдет коррекция. Вот. Неважно, как она будет двигаться. Вот. Произойдет коррекция. И она произойдет вот сюда. Знаете почему? Ну, вот потому что вот так. Оно должно будет быть, видите? Я же сказал, да, вот, к сожалению, он мне не дал скотина купить здесь. Ну, ничего страшного, ладно. Ну, может отсюда пойти вниз, как бы, вообще по барабану. Цель будет 0 и запятая там 300 тысяч нолей, 159, короче. Вот, то есть пофиг, как он тут пойдет, ему... Видите, тест не сделал, сделает сейчас, ничего страшного. Но, блин, я просто сейчас локти кусаю, то, что не смог заработать. Но, ладно, не хватает глаз на все и всех, ну, прям, не знаю, и денег иногда не хватает. Вложил в одно, потом что-то там упало, подождал, потом другое подросло. Короче, поэтому я говорю, всегда диверсифицируйте, нужно покупать разные активы. Так, Уни, Унисвеб, пап-пап-пап. Ох ты, ни хрена он меня тут это загнул с прогнозом. Так, ох, а я его что давно не это. Ну видите, да, я не видел просто, блин. 100 лет тому назад прогноз-то, видите, 10-летней давности, когда я его делал. Так, в феврале 24 года, видите, я тут начал чертить что-то, да. То есть я предполагал, вот у меня вот это, вот у меня получается поддержка. Видите, вот он красиво от нее стукается. Вот, и в принципе, когда вот здесь вот произошло вот такое движение, это было 10.04.24, вот в принципе здесь, если бы я Uniswap прогнозировал, то, естественно, я бы уже сказал бы, что все, ребята, вот опускаемся к этой поддержке, вот она поддержка у меня еще одна, да, вот. То есть все четко выявлено, все красиво, все нормально, феноменально. И вот, поэтому, да, можно было ожидать роста, потому что я вот здесь, значит, вот здесь можно было это рассматривать как тест, и вот здесь дальше мог бы быть, по идее, рост. Вот не произошло. Значит, у меня были на это какие-то... так, что у меня... Ах, ага.
Да, можно было роста ожидать по любасу. По любасу можно было здесь роста ожидать. То есть и он будет. Здесь у нас будет коррекция с большой вероятностью до 5 и до 5, грубо скажем, да. До 5, так, до 5637. Так. 5637. 5. Ну, так, приблизительно. Так, давайте я так возьму это месячный. Так, ну-ка. Далее у нас получается. Так, сейчас. Так, в общем, все очень просто. Либо вот так пока. Это у нас отметка 8,5. Либо все-таки дальше пока. Потом к отметке 8,7. Вот, и тут у нас получается отметка 5,5 приблизительно. Ну, приблизительно вот такое движение я ожидаю по уни, с уни USDT. Вот. Так, поглощение. Окей. Так, здесь вниз. Блин, хороший актив, да, уни хороший актив, но я думаю, да, даст немножечко там еще какую-нибудь маленькую коррекцию, но вообще актив огонь, да, огонь на будущее, просто его, так скажем, докупать. Вот, видите ли, меня крипта сильно не интересует. Ну, как сказать, я больше люблю акции, потому что акции это что-то реальное, понимаете? Присутствует какая-то компания, эта компания продает свои ценные бумаги. Я делаю вклад в какую-то определенную компанию. Вот. И, ну, да, компания может разориться, я понимаю все. Но здесь я торгую каким-то воздухом, ни хера непонятно вообще, чем я тут торгую, непонятно. Я крипту особо не люблю. То есть у меня в крипте очень мало денег лежит, там буквально, может быть, 20% моего всего капитала, денег, которых я имею, поэтому я как бы с удовольствием сделаю прогноз, сам с удовольствием инвестирую, но без фанатизма, потому что, ну, я знаю, что на этом я могу потерять все свое состояние, все, просто все деньги, вот. Поэтому, когда вы планируете заработать на крипте, вы в первую очередь должны себе жирным, вот прям губнушку возьмите, на лбу напишите, зеркало поставьте, напишите на лбу, что хотите потерять деньги. То есть у вас должно это четко стоять вот перед вами, вот эта задача, что вы хотите потерять деньги, вы готовы потерять деньги. Не так просто, знаете, зашли, что-то там покупаете. Вот. А даже если я и, ну, тут прогнозирую, да, там глобально рост, вот, допустим, ну, рост он будет, да, то есть он может таким составить сюда, допустим, да, то есть потом он ушел там в рост, вот, рост может таким составить, что он здесь там отсюда, я не знаю, там пофлетит, потом там резко подпрыгнет, там пойдет вверх, понимаете, то есть это могут быть разные сценарии абсолютно, поэтому тут, ну, просто нужно понимать, да. Вот. Но, тем не менее, да, как бы крипта, это, я не знаю, это как, вот хоть меня 10 тысяч раз переубеди, что крипта это там какая-то децентрализованная там валюта, траля-лям, блин, я скептически отношусь ко всему, блин. Здесь в жизни к людям относятся скептически, потому что чем взрослее люди становятся, тем больше загонов. А тем более еще и какая-то криптовалюта, которая хер знает, кто ее придумал, которая хер знает, что это такое,
какими-то цифрами люди торгуют и что-то там. Вот, поэтому здесь нужно быть очень аккуратным, очень. Задумайтесь, да, то есть. Так, ИЦП, блин, по ИЦП, а что он упал, по нему я что-то рост тоже сдал, но он будет теперь. ИЦП, ИЦП, USDT. По-моему, тут тоже прогноз не отработан. Да, это я уже помню. Потому что вот здесь я ожидал роста, были сигналы на рост, но он ни хрена он ничего не сделал. Так, вот здесь произошел пробой. Ну все. По ИЦП. По ИЦП все очень просто. Вот такое движение возможно. Ну, давайте я так глобально отчерчу. Смотрите, вот так. Там, не знаю, вот так, так. И там пошел, да, там уже. Ну, не ракета, естественно, вы понимаете, да, то есть. Уже кто за мной долго наблюдает, вы должны понимать, да, что это значит не ракета, это значит, что он здесь может сделать, это логически надо думать, просто здесь он может сделать такое движение, такое, такое, и туда, вот он придет туда и все, вот, поэтому как бы, вот, здесь он меня что-то лоханул, блин, что там произошло, ну ладно, не суть, здесь были сигналы на рост, это я точно знаю. Вот, поэтому просто дальше буду ждать, терпеть. Смотрите, видите, что я еще тут вижу? Вот у меня вот здесь идет. Так, давайте я загляну на него, потому что у него может, давайте я вот такое движение покажу, у него может быть вот такое движение сейчас. Вот а сюда, сюда, там сюда, сюда и сюда, понимаете? Кто его знает, может он сейчас в нисходящий канал войдет. Вот, я бы сейчас бы тоже был, вот тут не этот, не прыгал бы на радостях, понимаете? Вот, поэтому тут нужно аккуратно понимать движуху всего вот этого. Так. Так, давайте я перейду на дневной фрейм. Так, поглощение. Так, сигнал на коррекцию. Значит, здесь коррекция будет. Блин, так. Так. Так, месяц. Вообще у него, блин, ну почему бы и не вырасти, да? То есть у него есть очень хорошие, ну, шансы просто на резкий взлет. Вот, то есть поэтому я, в принципе, по нему как-то сильно не переживаю. Ну ладно, ну опустится. Куда ему еще дальше там? Ну, блин. Так, ну-ка сюда. Вот сюда, смотрите, вот так. Во-во-во-во-во-во-во, вот так. Вот так. Смотрите, вот сюда он может опуститься. Так. То есть это недельный фрейм, внимание. Вот сюда он может опуститься к отметке 7,5. Отсюда он может дать какой-то рост такой, который вот пойдет уже дальше вверх. То есть может и такое движение произойти. Да? Это ИЦП к USDT. Так, дневной фрейм. Дневной фрейм. Так, поддержки и все линии выявлены, как видно, правильно. То есть цена бьется именно о мою линию, вот, которую я ей указал. Ну, значит, ну вот такое движение, да, вот с большой вероятностью, вот к 7,5 и дальше это. Так, и ЦП. Ой, так, 15-16. Так. ЭТЦ, это эфир классик, да, по-моему? Эфир классик. По нему вообще прогноза не было.
На 19:30 мы хотим уйти. Так. Так, ну-ка, сейчас посмотрим. Сейчас. Так, давайте я начну. Я его тоже не прогнозировал. Видите, еще я. Поглощение, да, тут. Раз, два. Блин, ну да, вниз пойдет. Так. Временно вниз пойдет. А вообще. Кривоватый треугольник. Нет, это не треугольник, это херня какая-то. Так. Так, сюда неделя. Так, и давайте посмотрим, что у нас тут. Раз, сигнал. Раз, 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 так, такой, в принципе, простейший. Так. Ну, максимум куда? Сюда, там. Так, сейчас. Так, да. Так, вообще можно ожидать роста, скажем так, простыми словами. То есть можно ожидать роста, да? Вот. Но вопрос, когда он будет? Теперь, вот теперь можно разбираться. Так, здесь раз пробой. Так, здесь получается. На 8. А, да, блин. В общем, да, смотрите, он может и на 8.66 спуститься. То есть ему это ничего не мешает. Так, раз. Так, а ну-ка. Так. Смотрите, вот так. То есть цена либо отсюда начнет разворачиваться, отсюда это значит от отметки 18-19 USDT, да, то есть либо отсюда начнет разворачиваться, либо цена пойдет к отметке 14-14,5, так, то есть отсюда там кинет какой-нибудь, я не знаю, тест, отсюда будет формировать свою цену там на рост, да. Вот, так, это у нас такой второй сценарий. Далее у нас сценарий, то что цена также может, имеет право, значит, прийти сюда уже потихоньку. А здесь она там что-то будет формировать на отметке 12. Вот, что-то такое, не знаю. Далее вверх. Так. Далее у нее может, она может совершить такой в любом месте, тут не знаю, поход вниз на 8.5, там, вернуться в свой тренд. То есть, ну вот так. Вот, и получается, ну простыми словами, здесь можно рассматривать, вот на этой отметке можно рассматривать... Я бы вообще, знаете, если бы, вот смотрите, нет, давайте вот так начнем, смотрите, так, если цена будет держаться выше отметки 14,5, вот здесь, вот, то есть я бы рассматривал как зону покупки, вот, вот здесь, вот, вот здесь, так, вот это я просматривал как зону покупки. Как только цена начнет спускаться ниже отметки 14,5, все, я бы уже рассматривал этот момент как нисходящий тренд. А давайте я его начерчу другим цветом. То есть, да, то есть, если цена там пошла к отметке 14,5, там, неважно, там подпрыгнула,
нырнула к отметке там 8,5, не смогла вернуться выше отметки там 14,5 приблизительно, то с большой вероятностью будет вот такое движение. Куда оно там будет? Ну нет, здесь не, ну блин, здесь уже минус. Не, ребята, нет. Я вам сейчас какую-то херню расскажу. Не. Это будет максималочка уже. Это будет максималка. Я не заметил, что здесь минусовая зона. Я не заметил, что у меня здесь минусовая зона. Простите. То есть не рассматриваю поход вот сюда вообще. То есть я бы рассчитывал, вот, что коррекция составит максимум до 14,5. То, что цена сюда нырнет, это возможно, но не обязательно. То есть она может сюда и не прийти, поэтому я сделаю серым цветом. Вот, но рассчитывать на такие моменты нужно. Вот, поэтому так, отсюда до сюда. Да, то есть, ну, с большой вероятностью вот где-то здесь она уже начнет свой разворот. Так, сейчас еще раз пройдусь. А знаете еще какое движение может произойти? Сейчас я вам скажу. Смотрите, вот такое движение может произойти. Так, она может отсюда уже пойти потихонечку вверх, вот сюда к отметке 27,5. А вот здесь она может совершить такой опять некий такой вот разворот, такую маленькую коррекцию. И вот уже отсюда... Ай, зачем ты так сделал, случай? Так, и вот уже отсюда, от этой отметки, от отметки 24, там 35, она уже может начать свой рост и там... куда, то есть, вот, да, это C, эфир Classic, ну, то есть, в принципе, да, неплохой актив, на мой взгляд, вот, но учитываем, если будет коррекция, если, то, в принципе, потихонечку можем докупать, но здесь 32% нужно учитывать коррекцию, да, то есть, приблизительно 32%, 30. Вот, я всегда больше учитываю, потому что это рынок, понимаете? То есть я всегда, когда вот делаю для себя прогноз, я вот его делаю сейчас, в принципе, вот как и для себя, да, то есть тут никаких отличий нет. Вот, я, допустим, вот сейчас 32% вижу, то есть я всегда учитываю там 40-50%, да, в легкую, потому что, блин, это рынок. Цена может туда тест кинуть, там подпрыгнула, там чик-чик-чик и пошла себе, да, то есть, вот. Ну, то есть, представляете, вы здесь купили, а цена такая херякс туда, на 8,5 провалились, а вы такие, ёпту, этот Андрей тупорылый, это башка, блин. А цена раз такая, херякс такая, запрыгнула и такая резко там пошла в рост куда-то, понимаете, да? Поэтому я в такие моменты всегда учитываю, это фондовый рынок, блин, это же не детский сад, так. АПТ, без понятия, что это такое. Тоже, наверное, сейчас задлится. АПТ, USDT. Coinbase первый показывает. АПТ. Так, ну что могу сказать? Первое, что мне бросается в глаза, это значит, если цена... если цена не поднимется выше отметки 7,65, то есть если она вот сюда не заберется, то все... О никаком росте речи не может быть. То есть, если вот этого не произойдет, если произойдет вот так, то будет рост, да. Вот. Если же цена сейчас там, не знаю, даже полезет сюда чуть-чуть к отметке там 6,5, 6,80-7, и дальше это у нас дневной фрейм, и там дальше у нас будет вот такая, вот такое движение, то уже все, то уже вниз. Вот. Вниз, вниз, вниз. Сейчас я вам скажу, куда вниз. Так.
Ну, на 5, ну, сначала на 5.24, то есть первая цель будет 5.24. Ну, а потом, блин, фиг его знает, сейчас скажу. Так, сейчас. Мне надо... Ну, а потом вот такое движение может быть, вот такое. Ну, то есть внизу, да, будет, в нисходящем канале, потом здесь там что-то сформирует, неважно, там, и в рост, да, то есть когда там в рост пойдет, просто, ну, чтобы вам было понятно, то есть он может сейчас зайти в нисходящий канал, и здесь будет в нисходящем канале двигаться, вот. Сейчас. Так. Так, окей, вот так. Не, это не отсюда замеряется. Не вдавайтесь в подробности. Я просто глазами сканирую весь график и на глаз черчу. У меня очень это хорошее, так сказать. Я очень хорошо черчу на глаз, поэтому я уже замеряю здесь все, что. Как график движется. Так. 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 Ну да, приблизительно где-то вот. Ну вот он, нисходящий канал, да, будет. Вот этот нисходящий канал, вот он, в принципе, там как приблизительно. Вот как-то вот так, видите, вот. В принципе, вот это все четко отчертил. Вот, но приблизительно, то есть, еще раз, он должен пробить, цена должна пробить отметку 7.35. Она должна, она обязана выйти, тогда будет рост, вот, то есть, если вы сейчас будете видеть вот такое дохлое такое движение, могу перейти на 4-часовой в минусе. Он указывает на коррекцию. Так, часовой у нас тоже очень слабое у него. Да, не пойдет он нифига вниз. Вот так он пойдет. Вот так он пойдет к отметке 5.37. Здесь он какую-то хрень сформирует. Пойдет к отметке 7.36. Вот здесь надо будет присмотреть за ним. Может быть, возможно, он вырвется здесь, пойдет вверх. Вот, вот этот момент присматривайте. Я могу уже к этому времени забыть про этот актив давным-давно. Так, АПТ XMR XMR. Ну давайте. XMR. Блин, напоминает график одного российского актива. Я прям просто, я прям просто в шоке. Так, так. Я в шоке. Так, здесь нужно смотреть. Так, XMR, да. А чё он так двигается? Чё у него за движуха такая, какая-то странненькая? Кракен. Чё у него тут побольше нету, что ли? А, ну вот, побольше. Чё это сюда зашел на Кракен? Так, Поло. Короче, биржа на бирже Поло Ниекс какой-то тут довольно мощный. Ах, вот он, весь график. Ты смотри, какой красавчик. Так. Вот сюда он хочет к отметке 138 приблизительно. Цена хочет сюда. А глобально, не знаю, глобально рано, наверное, говорит. Ну-ка, вообще, уф. Уф, глобально.
Глобально уже все заработали на нем, уже все. Уже до свидания. Так. До свидания, дядя Федя. Так. Ох ты, какой мощный сигнал на коррекцию. Так. Просто наимощнейший. Это значит... Блин, ни хрена себе, он куда хочет. Так, сейчас покажу, куда он хочет. На 76.61 он хочет. Вот глобально вам, пожалуйста. Неважно, как он. Так, так пойдет. Так, это у нас конец 2024, например. Так. Да, коррекция, окей. Да, вот сюда он хочет сначала, 138, как я уже и сказал. Так, подтверждаю. Подтверждаю, все подтверждается. Так, бжик. Ага, вот отсюда может произойти, от отметки 138 может произойти вот такое движение. Вот такое движение. Возможно, она может быть там кинет такой резкий такой тест, знаете, цену там закинула там. Ага, все такие обрадовались, побежали, запрыгнули в этот в паровоз. А это был не паровоз, это был Титаник. Вот. И потонули, да? Так, сюда. Это возможно, да, такой сценарий. Возможно, он... А он с большой вероятностью должен уже отсюда пойти вниз. Так, дневной фрейм. Дневной фрейм у нас нисходящий канал. А получается нисходящий. Так, очки у меня тут запачкались. А, нисходящий канал сюда. Папа 4. О, вот здесь прям наимощнейший сигнал на коррекцию. Во-во-во-во-во. Смотрите, вот такое движение. А, 4-часовой фрейм, да? Вот такое движение, такое дыщ. А потом, скорее всего, возможно, даже дыдыщ вот сюда на 128. Вот такое движение я вижу. Так. Прикольно, прикольно вообще. Ой, мне за это такую премию дадут. Ой. Так, здесь у нас пробой. Здесь пробой произошел. И у нас просто-напросто вот сюда у нас цель. Бедищ. 111. Бдыщ. Вот и все. Вот такой прогноз. Вот все очень просто, в принципе. Ну, как видите, в режиме реального времени я прогнозирую, да. Вот когда что-то не отрабатывается, я прямо это говорю, ребят, если бы отрабатывалось все на 100%, и еще бы, если бы отрабатывалось по времени, я бы мог предсказывать времени, меня бы просто бы уже бы где-нибудь живьем в лесу закопали и все. То есть, ну не может такого быть, не может, да. То есть, вот, просто вы должны понимать, если я указываю рост, да, значит, я вижу сигналы на рост. Я ничего не придумываю. Вот, это график, это математика, я с ней работаю. Все, вот мне график, например, там, вот он движется, да, и я по нему уже, исходя там из графика, из господствующего тренда, стохастика, МакДак, вот, видите, стохастик, вот он, да, вот он, МакДи, этот инструмент, дивергенцию, кстати, надо высматривать, вот, я здесь просто по некоторым дивергенцию не высматривал, но, в принципе, по очень многим виден, ну, сигнал и так, да, вот, поэтому тут нужно понимать, что... Я не просто так указываю на рост. То есть я вижу определенные сигналы. И если этот сигнал не отрабатывается и рост не произошел, это значит, что рынок обманул, да, в этот момент.
все, значит, ну ничего страшного, ну значит получается так, что он там скорректируется, он все равно придет к вам, к этим целям, он все равно придет туда. Вот, кто-то сейчас скажет, ну да, конечно, когда-то через 30 лет там придет. Нет, ну в течение там 1-2-3 лет, то есть я всегда прогнозирую так для себя, если я беру так диапазон 1-3 года, да, вот, то есть если вы планируете на горизонте одной недели заработать из 500 долларов там миллион, ну блин, просто закройте все, забейте, крест поставьте на всем, не надо этим заниматься, не будет этого. Понимаете, просто реали, понимаете, будьте реалистом, а не деревянным Буратино, да, без мозгов, то есть будьте реалистом и поймите, что чтобы на резком росте где-то что-то поймать, нужно готовым быть спустить все деньги в унитаз, вот. Вот поэтому, когда вы вкладываете во что-то, например, да, там, и потом говорите, вот там Андрей виноват, там олень, блин, херню какую-то понарассказывал, вниз, а она вверх пошла. Вот. Я не могу следить за каждым активом. Вот конкретно сейчас я вижу, блин, вот кучу сигналов я вижу на коррекцию. А если это не происходит, хрен его знает. Это что-то просто рынок гонит, и он хочет, например, ну, да, то есть, вот смотрите, вот, раз. Вот, видите, я, например, вот здесь я вижу сильный сигнал на коррекцию. То есть... Что может произойти? Я вам сейчас могу, вот сейчас пример преподам, да, вот просто вот объясню. Вот сейчас вот он отсюда возьмет, в следующем месяце он полезет вверх и будет расти, вы скажете, нифига, лень, рассказывал нам, что тут будет это. Вот, но отсюда, вот от этого момента, естественно, он просто возьмет вот так и уничтожит всех, и он придет сюда, понимаете? Вот, теперь... Допустим, предположим, вот я не заметил этот момент, там, допустим, ну, не, наоборот, вот я слежу сейчас за этим активом, да, и я вижу, у него начинается рост, естественно, я в него вхожу, я заработаю, я сейчас не буду никому рассказывать, там, ой, ребята, забегайте, я вам в бесплатном доступе дам заработать, блин, у меня ж куча идей таких, я ж дурак, сижу целыми днями, работаю за компьютером, вот, то есть, да, давайте я сейчас с вами поделюсь, блин, конечно, я ж честно признаюсь, я не буду такого делать, ну, нафига. Я вам говорю правду, как есть, вот сейчас, на данный момент, и на данный момент я вижу сигналы на коррекцию, сильную, вот. Поэтому, если, допустим, цена полезла вверх, вот, и я, допустим, там сейчас думаю, о, ну ладно, она полезла вверх, и я уже понимаю, что это может продолжаться уже дальше, вот. И значит, в принципе, да, можно будет там войти, например, да, ну, допустим, там купил, и там смотришь, когда продаешь. Я сейчас вот просто взял и... Вот сюда она может даже пойти. Вот. То есть вообще глобально, вот, глобально ее цели 570 рублей, 570 USDT. Вот. Но не отсюда, понимаете? То есть я вижу рост на 570 рублей, это вот уже вот отсюда. Это может быть через 2-3 года, понимаете? Вот здесь. Вот здесь будет разгрузка великая. Потом уйдем там сюда, понимаете? Все. Откуда я это знаю? Да блин, все очень просто, потому что вот этому, вот этим простым вещам я просто-напросто обучу вас, и вы также будете это видеть, и все. Тут ничего такого сложного, прям нет сверхъестественного. Все на рынке повторяется. Называется цикличность. Вот и все. Так, ладно, углубляемся. XMR, прошли, все. Все вниз, пока вниз, я ничего другого не вижу. Так, XMR, XLM, XLM тоже, по-моему, против прогноза пошел, блин, XLM, так, ну-ка, XLM USDT,
Нет. Смотрите, так, вот здесь я прогнозировал, так, когда у меня прогноз довольно старый уже. Так, XLM я прогнозировал где-то в январе 2024 года. Я говорил, что он подрастет, пойдет вниз, либо отсюда вверх, либо отсюда вверх. Так, да. Можно ожидать, по XLM можно ожидать роста. Я, в принципе, ничего плохого здесь не вижу для инвесторов, те, которые вкладываются, там, скажем, в долгую. Я бы спокойно бы здесь бы покупал, то есть XLM, в принципе, можно там подкупить, докупить, и какое бы движение он ни совершил, возможно, он совершит еще раз движение на 0, и 87 тысячных, 0,09, да, то есть возможно такое, ну то есть вообще шансы хорошие там. Здесь тоже не вдавайтесь вот в эти подробности, потому что цена может себя там повести так, что она там дойдет, вот у нее, видите, отметка у меня, видите, вот это вот. Вот эта линия, вот это моя отметка, да, вот, то есть, вот это тоже очень, в принципе, для этого не нужно иметь техническое образование, 30 лет работать на фондовом рынке, чтобы вот понимать, как правильно выявить вот эти все тренды, то есть, это тоже можно и женщину, и мужчину научить, и ребенка этому можно научить, вот, то есть, вот у меня сын, ему 11 лет, он наблюдает, и, в принципе, вот он уже понимает, куда чего я черчу. Вот, запомните, я не рисую. Рисуют дети в детском садике. Вот, а я очерчиваю именно линии, которые связаны с математикой, связаны с числами. А вот этот график, это вот цена закрытия. Вот, да, вот мы находимся на дневном фрейме, получается. Вот, у нас получается, вчера 30 июля, вот она была свеча зеленая, 31 июля у нас красная свеча получается, вот 30 июля мы закрылись на отметке, 0 и 10.24, а на следующий день, 31 июля, мы закрылись на отметке 0 и 1.004, да, то есть вот, то есть и вот этот график, он указывает на цену закрытия, понимаете, вот, и это все это математика, все это очень просто, в принципе, выглядит сложно, вот, все равно, даже если вы что-то где-то видите, ну хорошо, да, то есть вы можете попробовать, вот, но вы просто там каких-то большую часть количества, большое количество там секретиков вы, естественно, не узнаете и не поймете, и просто будете впустую что-то там чертить, пробовать, тыкать, а в итоге у вас будет неправильный результат. Поэтому моя просьба, даже если вы наблюдаете за мной, да, вот вы видите там что-то я там отчертил, здесь нужно знать, как правильно чертить. Снизу чертить или сверху чертить, то есть, ну, сейчас покажу вот линию, допустим, да, там чертим, там, я не знаю, ну ладно, сейчас не буду в это вдаваться, короче, вот, то есть, ну, тут вот эти моменты, вот, поэтому, если повторяете, пожалуйста, аккуратно, потому что можно кучу ошибок наделать, сделаете себе неправильный, неверный прогноз. Потом это у вас в голове останется просто-напросто, знаете, и вы с этой неправдивой информацией будете ходить, гулять и будете думать, что это так. Вот, поэтому, пожалуйста, аккуратнее вот с этими. Так, XLM прошли и FED последняя тогда на сегодня. Так, FED, что это такое? Artificial Superintelligence Aliens. Чушь, что такое? Не знаю. Фет. Так. Первый раз слышу, слушай. USDT. Сейчас посмотрим, дорогой. Сейчас проанализируем. О!
Нифига, у меня тут прогноз, оказывается, есть. Офигеть, так. Нихрена себе. Нихрена себе. Да, вот здесь, конечно. Я сейчас охренел просто. Я не знал. Я не знал, я прогноз сделал. Вот здесь я учитывал рост. Вот, видите, то есть так. Ну-ка, давайте пойдем. Так, когда это было? Сейчас я скажу, когда. Да, наверное, тоже в этот, в январе. Ну да, январь 24 год. То есть вот здесь я объяснял, что если будет пробой и цена пробьет вот это вот сопротивление, которое я указал, то тогда будет рост, вот, который я учитывал. Вот. Но я в принципе рассчитывал вот на коррекцию, да, то есть были сигналы, и видите, коррекция произошла. Да, то есть вот эти стрелочки, в принципе, их уже все можно удалить, они уже и свое исчерпали. А вот здесь, значит, цена начала расти, и вот здесь уже вот на этом уровне, на отметке там, на отметке, ну да, вот здесь выше отметки 0,629, здесь уже, в принципе, можно было бы принимать решение на покупку. Вот. Но я не знал, я говорю, я не могу следить, меня просто иногда вот добивает то, что я не вижу некоторых активов. Вот. А, так, теперь, блин, тяжело сейчас. Так, давайте начну с месячного. Ну, вообще, может, медленная коррекция. Вообще очень сильно вниз указывает. Да, он может, блин, он может вниз всех ушатать. Это трехмесячный, это месячный. Окей. Так. Недельный. Короче, я бы сейчас его не трогал вообще. То есть FED я бы вообще не трогал. Сейчас объясню почему. Просто проблема будет в следующем. Так. Я же глобально рассматриваю, видите ли, поэтому меня как бы интересует. Так. Так. Вот такое движение я вижу. Так. Сюда приблизительно к отметке 0,97, короче, 1, да, 1 USDT, неважно, как это будет. Ну-ка, так, далее, если цена поднимется выше отметки 1,500, 1,5, то можно рассчитывать вот такое движение. Так, далее можно рассчитывать на вот такое движение, то, что она уже отсюда пойдет вниз. Так, это у нас отметка 1,634 приблизительно. Так, блин, короче, смотрите, если глобально смотреть, так, надо пересмотреть, я не знаю, это, короче, нужно делать отдельный прогноз, прям по нему, в общем, в любом случае цена пока стремится вот к этой поддержке на отметке 0,722.
Будет ли отсюда какой-то рост, я пока сказать не могу. То есть это, скажем, оставим под вопросом, потому что, ну, трудно тут сейчас утверждать, вот трудно, да, потому что тут нужно посмотреть, если будет пробой на отметке 0,739 приблизительно, да, то есть если будет пробой, то то тогда вниз и счастливо вернемся к отметке 0,225. Вот, то есть пока я бы вообще этот актив пока не трогал, но то есть не рассматривал как инвестиционный вообще. И даже если чисто спекулятивно, ну давайте заглянем на 15-минутный фрейм и тут поймем, куда он хочет. Ох ты, какой у него. Ох ты, красавчик, смотрите. Да, красавчик. Вот. Он вниз полетит сейчас. Вниз полетит. Смотрите. Он сейчас вниз полетит к отметке 0,927-0,740. То есть, да, то есть это прям вот прям так очевидно. Да, 0, да, 0,956 это у него первые цели. Вот. Первая цель 0,956. Потом от нее можно будет танцевать. Вот. Здесь надо будет посмотреть. Возможно, здесь произойдет такая разворотная модель. И возможно, да, у нас цена пойдет куда-то там вверх. То есть, да. Так, ну все, на этом закончил я. Получилось видео на 1 час и 10, 11 минут. Ну, блин, довольно мощное видео, я скажу. 16 активов, вот вам. 15 активов, вот вам, пожалуйста. Вот так разбираются активы, и мы, в принципе, уже с вами подготовлены. Идем, знаем, что покупать, что продавать. Вот. Ну. У меня есть свои какие-то приоритеты как каким-то определенным активам. У вас свои, не знаю. Мне в принципе не жалко. Ну, заработайте, заработайте. Захотите научиться чему-то. Ну, значит, будут у вас уже первые деньги, которые вы заработали с бесплатного канала. Возможно, вы скажете: слушай, ну не жалко потратить там на обучение. Да, диплом я никакой не даю, и вообще, знаете, я понял, что без диплома. Диплом нужен обязательно в жизни, но без диплома тоже можно достичь хороших результатов, как я понял по себе вот в жизни. Поэтому я, знаете, если я чему-то вот реально обучаю, то прям от А до Я, прям от ниточки до ниточки, чтобы человеку все было максимально понятно. Ну ладно, всем хорошего настроения, давайте пока. Уважаемые инвесторы, если и вы инвестируете в акции России, США, Гонконга, криптовалюту, металлы и валютные пары, то подписывайтесь на Telegram, YouTube, TikTok и Instagram каналы, так как в каждом канале разная и одновременно полезная информация, с помощью которой вы сможете спасти свой капитал, приумножить, а даже зависимо от стратегии, удвоить или утроить свои деньги.